Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам предлагаю позаниматься со мной математикой. На этом занятии мы с тобой будем сравнивать предметы по ширине. Для этого я приготовила две полоски. Две полоски. Они у нас одинаковой длины. Также я приготовила лодочку и кораблик. Давай мы с тобой представим, что полоски – это ручейки. А теперь посмотри и скажи, какие ручейки по ширине? Правильно, один ручеек у нас шире, а другой ручеек уже. Молодец. Давай мы нашу лодочку и кораблик отправим в путешествие. На один ручеек мы поставим лодочку, а на другой ручеек поставим кораблик. Теперь подумай и ответь, по какому ручейку плывет лодочка? Правильно. Лодочка у нас плывет по узкому ручейку. А по какому ручейку плывет кораблик? Молодец. Кораблик у нас плывет по широкому ручейку. Смотри, лодочка может плыть как по узкому ручейку, так и по широкому ручейку. А как ты думаешь, кораблику по какому ручейку будет удобнее плыть? Правильно, кораблику будет удобнее плыть по широкому ручейку. Удобно. А по узкому неудобно, потому что кораблик большой. А как нам с тобой узнать, какой ручеек шире? Что для этого надо сделать? Правильно, их нужно сравнить. Надо один ручеек положить на другой ручеек. Вот так вот. Вот так один ручеек положить на другой. И сразу будет видно. Видно? Видно, какой у нас ручеек шире, а какой уже. Получается, верхний у нас уже ручеек, а нижний шире. Молодец. А теперь я тебе хочу предложить поиграть со мной в одну игру. Игра называется «Скажи наоборот». То есть я тебе говорю, например, шарф узкий, а платок... А ты должен закончить фразу словом с противоположным значением. То есть платок широкий. Поиграем? Давай, поиграем. Шарф узкий, а платок... Широкий, молодец. Река широкая, а ручеек узкий. У футболки рукава короткие, а у рубашки длинные. Правильно. Гольфы длинные, а носки короткие. Дорога широкая, а тротуар узкий. Молодец. Пальто длинное, а куртка короткая. Молодец. Понравилась игра? Здорово. В эту игру ты можешь продолжить играть со своими родителями. А наше занятие подошло к концу. Вы сегодня были все молодцы. Вы позанимались, постарались. Ну все, до скорой встречи, до свидания.